Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством интересных художников. Мануэль Фернандес Гарсия, испанский художник, посвятивший себя жанровой сцене. Родился 29 декабря 1927 года. Писал жанровые сценки из жизни испанских городков и деревень начала 19 века. Эти картины могли быть шикарными иллюстрациями к народным испанским сказкам или красивым рассказам о любви, которая сокрушает на своем пути все препятствия. С помощью жанровых сцен он создает прекрасные пейзажи и провинциальные города Испании. Действительно красивые картины, солнечные. Данных очень мало об этом художнике. У него был сын, который тоже был художником. Прадедушка по отцовской линии был религиозным художником. Рисовал в монастыре доминиканских монахинь. Окончил среднюю школу, но не смог закончить учебу, потому что ему пришлось работать с отцом. У отца был магазин. Художник, да, на складе писал каждый день, кроме воскресенья. Склад магазина был его студией. Его работу можно найти в Испании, в других странах, таких как Германия, Мексика, США или Япония. Солнечные, залитые светом улицы. Красивые работы. Действительно красивые. С удовольствием смотришь на них. Жанровые сценки испанских городков и деревень начала 19 века. Давайте посмотрим картину, потому что данных практически никаких. Вот так художник жил, никто не написал его автобиографию. Вот. Но зато остались картины, которые мы смотрим, любуемся. Действительно красивые картины художника Мануэля Фернандеса Гарсия. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, до свидания.